Приветствую всех любителей самостоятельного ремонта. Если паяльник перестал работать, не спешите покупать новый. В данном видео я расскажу и покажу, как определить неисправность и починить паяльник за несколько минут своими руками. Разбираем паяльник. Внутри видим скрутку проводов, идущих от вилки к нагревательному элементу. Первым делом прозваниваем тестером на обрыв кабель от вилки к скрутке. Зачастую кабель идет на излом и банально не поступает питание. Решение: находим место излома и устраняем, либо просто меняем кабель на исправный. В моем случае кабель целый, ищем дальше. Аккуратно раскручиваем верхний слой проволоки на нагревателе, который является просто термостойким фиксатором защитной слюды, под которой находится основная обмотка. Раскрутив скрутку от кабеля к нагревателю, ставим тестер в режим прозвона и проверяем обмотку нагревателя. Тестер на выводах молчит, значит, где-то есть обрыв. Ищем место обрыва на самой обмотке. Вся обмотка прозванивается, кроме крайней точки под скруткой. В принципе, даже не имея тестера, присмотревшись визуально, можно определить место обрыва. Немного ослабив скрутку, продеваем под нее край обмотки. Делаем несколько оборотов обмотки вокруг скрутки и стягиваем. Проверяем тестером, все звонится, обрыв устранен. Аккуратно начинаем сборку нагревателя в обратном порядке. Слюда имеет свойство осыпаться, поэтому максимально осторожно закрываем основную обмотку. Контакты выводим наружу так, чтобы они оказались под слюдой, но не контактировали с основной обмоткой и между собой. Далее фиксируем плотно слюду проволокой по всей длине. Следим, чтобы проволока поверх слюды не контактировала с выводами питания. Изолируем выводы, как было изначально. Еще раз проверяем тестером и собираем все в обратном порядке. Обязательно изолируем все места скруток.
Ставим жало, крепим винтами. Укладываем кабель в пластиковый держатель. И собираем ручку, фиксируя винтом. Включаем паяльник в сеть. Немного подождав, проверяем результат. Как видим, все прекрасно работает.